Стремительные атаки, акцентированные удары, броски, борьба в партере. 23 команды, 4 сотни спортсменов соревнуются в 8-м мемориале по армейскому рукопашному бою памяти героя России Олега Охрименко. В турнире 5 возрастных категорий. Самый острый спор развернулся в первой группе для спортсменов 18 лет и старше. Яркие победы есть у бойцов 3 известных клубов – «Игра», «Сатурн» и «Шторм». Решающие поединки турнира состоятся в субботу.